4 мая 43 года Бюро Узловского горкома партии рассмотрело вопрос о проведении Дня печати. Постановление отмечалось, что работа журналистов не прекращалась ни на один день. Военкоры рассказывали о героизме защитников Отечества, мужестве тех, кто трудился в тылу. Один из летописцев Великой Отечественной – наш земляк Николай Махаринец. В 41-м он был сапкором в Сталинграде. Медаль за оборону Сталинграда считал главной наградой своей жизни. А потом были Варшава, Рига, Прага. Все как в песне военных корреспондентов. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом. Сквозь огонь и стужу мы прошли. До победы оставалось 736 дней.